Якутские полицейские вернулись из полугодовой командировки в Северокавказский регион. Сводный отряд встретили министр внутренних дел республики, генерал-майор полиции Владимир Прокопенко, руководство ведомства и члены семей сотрудников и другие. В своем приветственном слове глава ведомства выразил благодарность прибывшим за добросовестное выполнение служебных задач. И в честь столетия советской милиции из рук министра получили заслуженные награды наиболее отличившиеся сотрудники. Добавим, что якутские бойцы на протяжении вот уже нескольких десятилетий не раз проявляли отвагу и личную смекалку при выполнении служебно-боевых задач.